Здравствуйте! Погода на канале ПС. Меня зовут Юнис, и я готов рассказать вам всю правду о погоде на 27 марта. Обычный будний день, ты телевизор, как всегда, включаешь, и видишь незнакомое лицо. Не то чтобы не узнаешь, скорее не понимаешь, и с интересом ждешь, что скажет вдруг оно. Прислушался, погромче сделал звук, и вот все просто. Тут о погоде разговор ведут. Итак, что же нам подготовила Небесная канцелярия на 27 марта? В четверг в нашем любимом Архангельске утром пасмурно и минус 1 при западном ветре. Днем ненадолго выглянет солнце, пройдет небольшой снег, температура воздуха около нуля. А вечером ветер сменится на северный, с небес на нас будет падать мокрый снег, температура опустится до минус 2. Похоже, грядет весеннее похолодание. Впрочем, поживем, увидим. Оставайтесь на нашем канале, с вами был я, Юнис, и в подарок всем песня. Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Там внизу, наверное, дождь. Увидимся с вами на канале ПС.